с нулем, мы справились снова на огневом рубеже. Как вам ход вообще, как вам гонка? В целом гонка мне очень понравилась, состояние довольно неплохое. Есть, конечно, над чем поработать, еще есть множество нюансов, надеюсь, которые мы уже отшлифуем завтра и в те дни, которые останутся до чемпионата мира. Вот. Стрельбой доволен, не скажу, что она была легкая сегодня, потому что скоростная трасса, и прилетаешь на рубеж, не восстановившись практически. Если лежа можно было справиться, стоя чуть не допустил две ошибки, хорошо, что не стал торопиться, откладывал эти выстрелы. Можно сказать, что это не ваш максимум был лыжного хода, что это этап подводки чемпионату мира? Именно физически чувствую, что неплохо готов, потому что мышцы не сводят, они не закисают. Вот. Но в то же время есть проигрыш на каждом кругу, поэтому, естественно, это не максимум, нужно немножко еще добавить. Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Сегодня для вас это какой-то особенный праздник, может быть, в вашей семье? Не скажу, что какой-то особенный, и вообще время пока праздновать что-то и отмечать нету, потому что очень серьезный для нас старт, и не хочу ни на что даже отвлекаться пока.